Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане питаются меньше, чем на 6 тысяч рублей в месяц. Кировстат подвел итоги по продажам продуктов в прошлом году. По его данным, среднестатистический житель региона потратил за год 69 тысяч рублей. Это на 4 тысячи больше, чем в 2019. В месяц получается примерно 5700. Больше половины продуктов, 54%, покупается в Кирове, 60% через торговые сети. По информации статведомства, федеральные ритейлеры представлены уже во всех районах Кировской области. Так, в 43 муниципальных образованиях есть «Магнит», в 40 – «Бристоль», в 31 – «Пятерочка» и «Перекресток», в 22 – «Красное и белое». Программа «Экономика». В Кировской области больше всего из квалифицированных специалистов не хватает врачей и учителей. Это показывает анализ рынка вакансий, который в прошлом году провел Кировстат в рамках выборочного исследования организации. Среди специалистов высшего уровня квалификации примерно половина – медики и педагоги, 28 и 27% соответственно. На втором месте по потребности – квалифицированные рабочие промышленности, строительство и транспорта. Меньше всего требуется работников сельского и лесного хозяйства. Экономика на 101 FM. Очередной случай потери миллионов на бирже зафиксирован в Кирове. Молодой человек потерял более 4 миллионов рублей из-за дистанционных мошенников. С ними он связался, пытаясь вернуть деньги, утраченные несколько лет назад на операциях на фондовом рынке. Некий финансовый аналитик из интернета, обещая помочь, выманил у него еще денег и не вернул. По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщает Кировское УМВД. Кировчанам советуют критически относиться к предложениям дополнительного заработка в сети. Помочь заработать предлагают только аферисты. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,16. Евро стоит 90 рублей ровно. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.